уже Валера забуксовал, но начинается с того, что вот часто ВКонтакте, смотрите, часто ВКонтакте общаюсь с людьми и ну, с друзьями, с родными, близкими. Ну и иногда вот здесь вот в окошке внизу выскакивает чья-то трансляция. Я иногда захожу, ну, так как мне предоставляется возможность это посмотреть, это, естественно, люди, которые состоят у меня в друзьях, которые, у которых я в друзьях. Там показывали какой-то мотокросс, я общался с ними, потому что это такой же чат, как примерно как ВКонтакте, точно так же, как в Ютубе стрим. Вот. И сейчас вот тоже ребята там ведут, и вот с ними пообщался. Сейчас вы это все услышите. Плохо слышно, у меня вытяжка работает, работают котлеты, жарятся. Вот такие вкусные. Их несколько партий будет. Несколько партий. Приятного просмотра, ребят. Слушай, привет. Он сказал, видос типа нас запилит. Привет, Ютубу. Привет всем моим, и кого вижу, кого нет. Чего? Да, скажи что-нибудь. Перегрелся, да. У него такое ощущение, что кольцо сказало прощай. А он работает, цилиндр? Валера, на БСЗ. Ты хотел на Константиновку ехать, дурак. Это ребят со Ставропольского края. Село Благодатное. Катаются. Это Ижак. А Максим на сидит вот, ручка видна на этом, на Минске. Ну, на Минска. Минска ЦДИ, не БСЗ. Вон парни красавцы, мотоциклисты настоящие. Минск сила вообще. Валера с ЖК слезть не может. Твой Макс Валеру показывает. Вот он, Валера. О, Юпак, пятый переходной. А чуваки рулят. Чуваки вообще на это. Такое бездорожье, тут вообще можно. Вот.
Санек Журавлев хочет в команду. Вообще молодцы. Ребят, вообще их не слышно, у меня котлеты жарятся. Такие ребятишки живут на этом свете, мои друзья. Ну, по крайней мере, я так считаю. Хреново слышно, котлеты шумят. Пришел сосед, собака лает. О! Валера что-то рванул. Ну ничего не слышно, ребят. 100 этих процентов. Валера свои страдания показывает, как он ехал там, буксил. Надеюсь, ребят, вам такой формат видео понравится, и может быть еще с кем-то мы с вами встретимся вот так, потому что ВК у всех есть телефоны, но не все снимают на свой аккаунт, не все там имеют аккаунты, там даже, может быть, ну вот так вот можно пообщаться по это, вот, пообщаться с ребятами, пообсудить запчасти туда-сюда, там всю фигню. Ну, скорее всего, не слышно не из-за того, что ребята тихо говорят, а потому что вот, котлеты жарятся. Ну, без котлет. Без котлет только краковская, ребята. С сыром. Пацанам вообще, чтобы по жизни повезло, чтобы круто было. Телочки, чтобы красивые были. Ну, и мы такие работали. Где трансляция-то? Благодатная, смотрите. Ну, это не Максима фотография, это какого-то шейха. Бляха-муха. Вот они. Вот пацаны хреначат. Это Максим. Это Максим, а Валера там где-то на Ижаке. Это Максимов Минск. Ну, так, ребята, я общаюсь с людьми. Я очень как бы доволен тем, что я имею возможность этого общения вживую. Лив – это живьем. Ну, ребят, видать, подвисает, но жмак. Этот. Это Валерка. Вообще прикольно. Я наблюдаю за ними, вообще классно. Вообще. Сейчас большую сделаем экранку. Вот так. Вон, Александр думает, что он уронит. Вон, БСЗ дрочит. Проходит 150 лет. Сейчас напишу, что БСЗ дрочит. Большими буквами прям. БСЗ. БСЗ дрочит. Иди нахуй, дурак, блядь! Выкрути его, блядь. Большой знак. Вот восклицательный. Закрываю от звука. Это что, он так работает? Я думал, воду в унитаз сливают. Ай, вообще. Или что это за звук был вообще? Все, всем спасибо, всем пока. Во. Мы убежаем домой, нам домой надо. Золотые слова сказали пацаны. Интересно, как они уедут. Молодцы, пацаны. Уважуха. И респект. Ой, ну респект это и есть уважуха.